С началом отопительного сезона в Дагестане участились случаи взрыва бытового газа и отравления угарным газом людей в жилом секторе. Число пострадавших насчитывает уже 8 человек, 3 из которых погибло. В связи с этим сотрудники Главного управления МЧС по Республике Дагестан проводят комплекс мер по обеспечению безопасного использования газа в быту. Один из рейдов прошел в поселке Тарки, город Махачкала. Во время обхода жилого сектора домовладельцев попросили обратить внимание на нарушение требований пожарной безопасности. Жильцам объяснили, что в этом большую роль играет правильная эксплуатация электрооборудования и отопительных приборов. Кроме того, инспекторы проверили торговые точки населенного пункта на оснащенность первичными средствами пожаротушения. В рамках профилактического мероприятия жильцам вручили памятки с алгоритмом действий при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Уважаемые граждане! Главное управление МЧС России по Республике Дагестан напоминает, бытовой газ – источник повышенной опасности. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому в газ добавляет специальное вещество, характерным запахом, чтобы можно было обнаружить утечку газа. Почувствовать в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет электроприборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.